Доброго времени суток, уважаемые подписчики. Подпишитесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забываем нажимать колокольчик, чтобы быть в курсе событий, происходящих на канале. И сегодня суббота, маленькая нарезочка действий. Ну и обратите внимание на нашего космоса. Наконец-то он переоделся. Ну, как получилось, так получилось. Главное, результат достигнут. Здравствуйте. Как ваше драгоценное здоровье? Хреновато. Поздно пришел, ёпти. У Курского вокзала. Вот белый сходил в магазин, купил покупки. Ограбил, блядь, этот самый. Ёпта, это что такое? А, модем. Это у меня человек как раз просил такую хуйню. А это что? Ну тоже такая же ёпта. Ёпти. А там это как его? Роутер. Раздатчик. Роутер, да. Или модем, или роутер. Есть пакет пустой? Ну, пакет, да. Пошла жара в хату. Ксюх, не низко тебе там лежится? Нет, нормально. Нормально? Да. Как на кровати, да? Да. Репортаж печального лица. Я стесняюсь. Не гляжи. Ему просто еще усугубить надо, тогда он сердце перестанет. Вот человек собрался завтра ехать в Пермь. Остановка петушки, выходите, курочки. Пермь. Следующая остановка. Чудак, ох, чудак. Надо. Зонтик блядь. Хоть раскрой, чтобы тебя этот не перегрелся. Вот. Бабушки в Москве так отдыхают. Привыкай, дедушка. А чё ты встал? Уже всё выпили. Чё, дождь идёт? Да, капает. Иди, получи пиздюли. Космос, а уехал этот подписчик? Да. Ну, а как это вот с твоей стороны, как это понять? Вот я за тобой, блядь, неделю бегал, ты нихуя не переоделся, а подписчик приехал, ты прям его послушался. Что он тебе такого сказал? Что, как бы, свой человек тебе близкий. То есть, получается, что якобы ты... Ну да, ты вообще вещи, которые тебе люди собрали, ежик передал там с Медведкова, ты их просто куда-то их дел? Просто их проебал. Нет. Ну а где они? Спрятал. Ну ты также до этого четверо штанов спрятал. И их нету. Сань. Да. Да похуй, брат. И вот ты переоделся. И что он тебе такого сказал? Да что я не нашел, блядь, это подхода к тебе, нахуй. Не за неделю, что он тебе объяснил за 5 минут. Да. Я не говори, как
кого-кого, а тебя я буду в первую очередь. Да меня что... не надо слушать, я же тебе, знаете, не начальник какой-нибудь. Ты не прав. Ты именно тот человек, которого я уважаю и люблю как брат. Ну, это понятно. А почему ты вот, ну, целый день я вчера пришел, раньше 8. И нихуя не добился того, что добился человек за 5 минут от тебя. Он не добился. Ну ты же, однако, переоделся. Взял флянец. Ну и я тебе взял вчера флянец. Да и воды взял, и сигарет взял, и нихуя. Флянь, ты слушай. При чем тут флянец? Взял флянец. Пойдем. Присядем, выпьем. Мы присели, я не собирался чувак. Странный ты человек. Я не понимаю, что с тобой происходит. Мне такой человек попадается второй раз в жизни. Вот об одном я говорить не буду, который вот меня заблокировал нахуй везде, да? И не объясняет причину просто. Тупо не объясняет причину, да, что произошло. Нет. И вот ты, о тебе беспокоиться. Ну, это на моем канале 7700 подписчиков. А еще есть другие каналы, где до 30 тысяч подписчиков. 30 тысяч стадиона тебе, блядь, беспокоится. Да. Тихо, я сейчас дай договорить мысль до конца. А ты, короче, ну, получается, что хуй на нас на всех забиваешь. Никогда в жизни. Может, никогда в жизни я на тебя хуй не положу. И никогда... В жизни, как говорится, сделал бы себе так. Ты похож сейчас на Квазимоду, блядь. Ты пошел. Сань, ты один из самых моих любимых людей, которые... Ну а какого ты хуя? Тебе помогают, блядь, что-то двигают? Или ты действительно, тебе надоело жить? Что ты? Мозг канифолишь. Да. Мне? Это мой друг. Что мне это? Чтобы вытащить его отсюда? Ну, мне-то кто-то помог, я здесь же был. Мы все зависимы от чего-то. Но иногда человеку стоит подсказать, правильно? Знать и делать — это разные вещи. Конечно, разные. Так он не хочет этого делать, это очевидно. Ну не хочет, однако же он переоделся. Ты не видел? Его желание переодеться. Вы не видели его до этого? Я видел других зависимых. Много. Ну вот ты меня видишь тоже зависимого, понимаешь? Я тоже пил. Я тоже пил, я тоже здесь жил на улице 13 лет. Ну, видишь, я выбрался. Ты думаешь, съемка ему поможет? Съемка ему поможет, да. К нему приехали люди, привезли ему вещи. Привезли ему поесть, выпить, покурить. Философский вопрос, однако. Да, брат. Философский вопрос. Извини, давай. Ну, есть такие люди, допустим, он не придет и не скажет, мне нужна помощь. Это психология такова. Психология такова, что... Унижение? Если когда два человека разговаривают, тем более друзья, по правилам этикета, я не знаю, там, по понятиям, по любому вопросу, третий вообще не имеет права вмешиваться. Я сейчас с тобой разговариваю. А я разговариваю с ним. Но у меня уже улетела далеко мысль, что я хотел до него донести. Благодаря вам, спасибо. Я рад, что я вам помог. Да.
такие космос есть люди. Ну. Санька. Ну хоть можно к тебе это за метр подойти. Ну. Ты один из самых моих любимых людей. Тех, которых я уважаю. И уж поверь мне. И говорить. Ну мне тебе... просто интересно, понимаешь, что. Нет, Саня. Чисто для себя. Тебе плохого. Где я не нашел ту струну, за которую надо было дернуть вчера? Не-не-не. Это. Уж кого-кого. А тебя я бы никак не хотел бы не оскорбить. Ничем, ни словом, ни делом. Ты один из самых тех людей, которые являются... Ладно, все лирика, это долго. Вот и не надо тут мне сочинялого сочинять. Я не собираюсь. Я еще писатель. Ну, выходит сейчас все так. Пытаешься. Нет, дядя Саша. Пуха накидать. Дядя Саша, никак. Тополиного. Дядя Саша. Ну, бодренький сегодня. Тебе плохого я. Рожа, конечно, помятая, но бодренький. Тебе я плохого не. И дорога, как тебе перейти. Ну, как я бы... не хотел никогда. Ну, как бы и мой гусь тебе войны не объявлял. Ты на базе был? На базе. Машк, тебя тоже разбудили, да? Козел драный. Козел драный. А что ты ногу-то не ту, говорят, перебинтовала? Какой не ту? Иду. Не, ну опухоль внизу спала. Нормально. Ну, а? А сейчас опять там? Надо, да, Маш, почаще надо, почаще. Ну, у меня детей боевых... Есть бинт? Бинт закончился? Есть? Да, есть. Если закончился, скажи, я куплю. Вот. Гусь, вот что он хочет от него, непонятно. Что, Леха? Леха, выходной, сказали. Леха, полицейский, который? Да, да, наш. Понятно у меня. Не помню. Не помню. Плохо, когда не помнишь, еще забудешь, да? Не знаешь, еще забудешь. Нет, я убила. Кофейки примут. Где-нибудь на базе забыла. Йоу, диджей. Йоу-йоу. Когда клип будет? У меня так-то он есть в этом, в инстаграме. А, блядь, в ютубе. Сука, у меня на ютубе. Ютубе, но он твой? В ютубе, на твоем канале? Ну ты скачай его, чтобы... Я его скачал, там он уже есть. Нет, скачай назад его, в телефон. И, телефон? Да, и мне скинь, чтобы авторские права... Заново. Авторские права ты меня же снимаешь. Там написано, ты же знаешь, как я записан в телеге. Да. Так же там, так же. Ну, я тебе, Facebook, я тебе объясню потом это, фишку. Я просто не знаю. Здесь. Видео я еще качественно не снимаю. Я понял. Ну что, Маш, думаю, скоро? На следующей неделе я сниму. Все попотеряла? Сейчас я куплю бинт,
и Лео Миколь. Перики себе. Перики. Нет, или отдала, или где-нибудь, где у тебя тут? Нету, братан. Все какие-то бутыльки, ёб твою перекись. Марганата, калия. Сейчас, ну пока ищи, сейчас я пройду. Че, Космос, ты его измором взял, да? Да он тут вообще даже не вставал. Все, не выдели на алку, а? На хуялку нет у меня. 100 рублей. Да. Просчитал. Честно тебе говорю, ну выдели. Мозги не еби, нахуй, мне. Это я вообще ему купил. Да я не пью ее, я ему открыл, попросил. Смотри, херово, ну выручил. Какой херово, ты с утра хуячишь, блядь, херово. Бля, нахуй. Я тебе клянусь, два стаканалки выпью. Серьезно тебе. Самого, бля, ноги. А я где их? Что, рисую? Сайт. Не, а я рисую их. Раз 100 лет попросил, я тебе по-моему. Чаще не прошу. Чаще. Я не буча. Ну мы с Валерычем и выпьем. Что, я один что ли? Маша потеряла бинты, шминты. УЗИ сейчас 9 часов будет давать на трехвокзал. Кто поедет? У них лень, нет тебе. Нет, не лень, я просто не могу ехать. Чё, Санёк? Как там с вахтой своей, с твоей? Рано. Да. Я 45 отработал, 30 лет на все. А потом опять туда. Сейчас это все четко. Напугал, блядь.